Привет, друзья! Сегодня я хочу сходить в одно кафе. У нас здесь возле светофора открылось одно удивительное заведение. Вот где, друзья, здесь находится это кафе. Выглядит оно, конечно, красиво. Со стороны разукрасили вообще классно. В виде таких конфет. Называется Arty Kids. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would have left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Вот, друзья, вот такой здесь кафе, вот так выглядит. Здесь вот такое есть качеля. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас... А? Вот так здесь кафе выглядит красиво. Можно туда, да, даже сесть? Вот здесь можно посидеть. Очень все красиво украсили. Сейчас мы меню посмотрим и что-нибудь закажем. Друзья, я разные блюда заказал. Здесь, короче, можете морс заказывать. Ну, семейные здесь морсы продаются разные. Там разные другие авторские чаи продаются, напитки, кофе продаются. Молочные коктейли ванильные здесь продаются. Может, еще молочный коктейль купим. Потом клубничный коктейль здесь есть. И алкогольные коктейли есть. Здесь, короче, много. Вот такое семейное кафе. В меню здесь семейное тоже. Там всякие выпечки, если вам надо. Торты, там еще что-то. Вообще без разницы все. Я так на глаз заказал два разных блюда. Кафе называется Arty Kids. Arty Kids. Ну так, типа, Kids — это же дети. Arty Kids. Такое арт-кафе, как бы называется. Очень все красиво здесь, вообще удобно здесь. Там диванчики есть. Но я думаю, здесь на Стеколке, в отдаленных участках, это кафе сделали, думаю, вообще. Даже если это кафе было бы в центре, но было бы, наверное, самым лучшим. Здесь вообще все украсили, вообще все. Вот так вот здесь все украсили. Я думаю, это кафе вообще выглядит красиво. Молодцы, короче, кафе, короче, вообще великолепно, мне вообще понравилось. Так вот здесь вот такая картина красивая. Так вот стену разукрасили. Это из мультика какого-то, наверное. Приборы здесь тоже подают, все в современном стиле. Вот так вот приборы подают. Современное кафе. А современные кафе я вообще люблю. Ну там реально готовят в современных кафе хорошо. Ну где в центре был, в городе, мне все почти кафе там понравились. Готовят там реально нормально. Там, друзья, еще какая-то площадка есть, какие-то канаты есть, и, может, турники. Ну, если, например, с детьми пришли, чтобы дети у вас там есть, короче, детский уголок. Как в других современных кафе есть детский уголок, что вы туда, например, пришли с детьми, ну, в кафе с детьми, вы их туда отпускаете, они там играют. Потом я вам покажу детский уголок. То есть кафе реально хорошее. Вот, друзья, вот такое блюдо заказал, не знаю, что за блюдо. Очень такой десерт, наверное, это. Сейчас попробуем. Вот, друзья, сейчас будем пробовать. Сейчас. Брускетта вроде бы называется, не дали. Сейчас будем пробовать. Хлеб здесь идет. Оливки. Ну так, в принципе, нормально. Зелень надо есть.
Сейчас хлеб попробуем. Просто обычный хлеб жареный. Оливки идут. Капуста. И зелень. Кинза вроде бы. Оливки, кстати, нормальные. Хорошие. А помидорки еще идут. Морсы здесь хорошие тоже продаются. Хлеб нормальный. Прожаренный. Такую кружку чая вам дают. Так что сегодня хотел объектив купить, Гелиос себе. Ну, купил уже все. Домой уже поехал с этим объективом. На камеру ставил. Но я хотел себе Гелиос для 650D купить. А он не заработал. Пишет, что требуется обновление прошивки объектива. Хотя это объектив старт, там никакого прошивки не должно быть. Ну просто там из переходника зависит. Есть переходники с чипом идут, а есть без чипа. Ну конечно людям где, конечно, тоже понять нужно, что они продают, а потом я обратно возвращаю товар, им, конечно, это невыгодно. Из-за этого я не купил его. Ну, если он не работает, зачем я его буду брать? Хотя это объектив Гелио считается хороший объектив. Но его все равно смысла, думаю, брать нету, потому что если 50 мм есть. Ну, он, конечно, лучше, чем 50 мм будет. Это советский объектив. Там как бы картинка лучше будет. Но там 58 миллиметров. Это как бы не широкий угол идет. Из-за этого не стал убрать. Все, одно блюдо съели. Я одно блюдо съел. Ну нормально, кстати. Хлеб прожарен, но все нормально. Вот такое блюдо есть. Сейчас попробую. Какао теплый идет. Вообще нормально. Ну, такое какао сделали теплое. Вообще вкусно. Чай с молоком вкусный, и это. Здесь мороженое идет. Вот цены здесь не такие дорогие, как и в обычных кафе.
Так что вот два блюда заказал. Все понравилось. Один десерт. Нормальные блюда, ничего от них вам не будет. Вообще хорошее, вообще вкусно. Мороженое, лимон здесь еще идет. Сейчас лимон попробуем. А это даже не лимон. Это просто в виде лимонов конфеты. Прикиньте, я думал, это лимон. Это просто такие конфеты идут. Друзья, все мне понравилось. Сейчас я вам покажу детскую комнату. Вот тут эти, друзья, блюда заказал два. Вышло мне 660 рублей у меня все. Здесь, короче, одно блюдо можно заказать до 300 рублей. За 200 самое дешевое. Соки здесь, смузи есть. Все здесь, короче, есть. Кафе называется Arty Kids. Это как бы и детское, и такое взрослое семейное кафе. Вот здесь банкетный зал есть, можете банкеты устраивать. Я вам покажу потом с улицы, как банкетный зал выглядит. Вы, короче, приходите, здесь меню обговариваете, например, когда вы банкет устраиваете. Меню обговорили. Ну, например, вы как хотите своему ребенку день рождения устроить. И там у них есть банкетный зал. Они там вам украсят, все сделают красиво. И меню. Меню придете, обговорите. Меню настроите, как вам надо. Там детские блюда другие идут, взрослые блюда другие идут. Но все как вы обговорите, настроите, все сделаете. Потом время выберите, дату и все. Так что все, друзья, я наелся, мне все здесь понравилось, все нормально. Мне нравятся современные кафе, все равно в современных кафе получше готовят. Есть какие-то блюда вот такие интересные. А вот в старых кафе, да, где меню постоянно одно и то же не меняется, то... Вот, друзья, у них даже детская комната есть, смотрите, какая красивая детская комната. Вот здесь для детей, смотрите. Вот так вот здесь все украшено, это детская комната, дети здесь могут, здесь горка есть, дети могут здесь играть. Видите, как здесь все украшено красиво. Вот так вот кафе выглядит. Вот такие шары на потолке красивые. Вот так вот, до свидания. Туалет здесь есть. Сейчас я в туалет схожу. Вот так вот здесь вход выглядит, здесь качели есть, можете прийти пофотографироваться, но это здесь зона такая, что фотографироваться. Сели сюда, например, и сфотографировались. Вот такой здесь у них туалет есть. Все здесь красиво, запах здесь приятный, музыка поет. Вот можете себе мыть руки. Вот такие вот здесь туалеты красивые. Вот здесь можете уединяться. Вот такие здесь узоры красивые есть. Мне это кафе очень понравилось. Буду сюда, наверное, ходить. Ну, здесь рядом со стеколкой, и мне здесь удобно. Так что, друзья, сейчас вам банкетный зал покажу со стороны. Как вы можете здесь звонить по номеру, я не знаю, какой номер. Но здесь можете приходить в кафе, заказывать банкетные залы здесь.
меню обговаривать. Вот, друзья, сегодня в таком кафе был. Арти Kids называется. Это у нас здесь даже рядом картинка арены есть. Это возле моста находится, когда вы на левый берег едете. Это там рядом находится. То есть мне заведение понравилось. Недавно открылись. Ну, цены, я скажу, такие сказать, недорогие. Ну, сейчас везде, в кафе, естественно, цены будут дорогие. Сами понимаете, если ходить в кафе, в ресторан, сейчас уже, понимаете, без разницы, в кафе вы идете или в ресторан. Сейчас, ждите, я камеру настрою, а то он накрыл. Сейчас без разницы, в кафе или вы, или в ресторан идет, везде цены почти сравнялись. То есть в кафе тоже сейчас цены такие же стали, как и в ресторане. Это нормальное заведение, мне понравилось. И детям здесь, я думаю, будет вообще понравиться. Если вы хотите какой-нибудь праздник устроить, да и просто даже с детьми прийти здесь отобедать, тоже вообще будет нормально, потому что там всякие десерты есть очень вкусные. Я сейчас даже десерты заказывал. Ну, кстати, браво, кафе сделали. Вот, например, если сравнивать в центре или здесь, то здесь получше чуть-чуть. Здесь вообще вот уютно. Там заходите, там уютно и все. Сейчас я вам банкетный зал покажу. Там тоже банкетный зал можете заказывать. И банкетный зал называется Арти Холл. Арти Холл. Вот так вот выглядит. Так что такой небольшой, как бы не обзор был, просто показал вам заведение. Напишите, понравилось вам или нет. Что вы думаете, были ли вы здесь? Он вот недавно построился. Я даже видел, когда его строили. Да, так что вот. Так что всем, друзья, пока. Сегодня я хотел купить себе просто объектив один. Гелиус 44-2. Это такой советский объектив хороший. Это он киношный считается объектив. У него он 58 миллиметров идет. Ну, хороший, короче, объектив. Но я его не купил, потому что я его, точнее, купил. Но это меня как бы он не заработал почему-то на моей Canon 650D. Пишет, что обновите объектив и все, и камера ничего там даже в меню войти ничего нельзя. Просто пишите обновите и все. Ну, мужик, конечно, разозлился, что я у него объектив не покупал. Что я пришел возврат денег. Ну, что я деньги пришел забрать. Он, конечно, был. Ну, его тоже можно понять, когда вот вы товар покупаете. А потом, вот вы, например, когда товар продаете, а у вас потом возврат денег просит. Конечно, это не... Ну, он меня не заработал, а что сделал? Не будет же он у меня мертвым капиталом валяться дома. Конечно, можно было его на Canon 50 поставить, может быть, там заработал. Не надо было с двумя камерами ехать. Но я не стал, думаю, не работает, да и что я буду. Объектив этот строил 1900 рублей. Ну, не такой не такой дорогой, точнее. Диафрагма у него... F2, ну тоже нормально, в принципе. Так что вот, может быть, надо было оставить его, может потом переходник другой купить надо было. Я не знаю, просто я не стал, думаю, не работает, да и ладно. А так, дайте объективы советские, там Юпитер есть, Мир есть, Мир 1В, там всякие разные. Гелиус, вот эти хорошие объективы. Это, например, у вас денег нету, да, на дорогих объективы. Гелиус берете и все нормально. Но так я его не купил, потому что он мне не работал. Так что я сейчас домой поеду. Всем пока, друзья. Завтра нам, друзья, еще ворота приедут делать. То есть они нам сказали за целый день ворота поставят. То есть такие ворота откатные. То есть они вот так вот откатываться будут. Точнее, они не автоматические. Если автоматические ворота брать, там надо еще 35 тысяч доплачивать, чтобы они тебе автомат поставили. А здесь как бы такие ворота будут. Они откатные будут, но они будут ручные. Ты просто берешь их, а они откатываются, и все. За день, короче, 4 метра ворота будут. Потому что мы на своей машине выезжать не можем. Ну, у нас ворота очень узкие. Что-то 2,80 ворота. И мы еле-еле выезжаем, нам надо новые ворота делать. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish
wish you would have left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror?